Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приехали на субботник на Белые Горки, Аляутский полуостров. Вот, у нас сегодня собралось гораздо больше активистов, чем в прошлое воскресенье. Погода нам сегодня почти улыбается. Вот. Проводим масштабную работу по уборке и облагораживанию этой территории. У нас сегодня здесь ребята садят деревья из Carpent Feeder. Наши ребята, активисты, проводят уборку масштабную всего полуострова, так сказать. С нами сегодня Дмитрий Талпа приехал, улыбнулся нам и поддержал нас. Вот, Анар Хундов нам передал какие-то ништячки, чипсы, водичку. Все очень классно, у нас есть горячий чай, хорошее настроение. Приглашаем вас на будущее наше мероприятие. У нас группа есть ВКонтакте «Николаев Чистый Город». Там мы публикуем обычно всю информацию. Также есть сайт интернет-издания «Подробности МКЮА». На ней мы тоже стараемся публиковать всю информацию. Они нас поддерживают, наши информационные партнеры. И типичный Николаев, там тоже можно найти информацию о нас. Спасибо, что поддерживаете нас. Сегодняшние успехи нашего субботника совместно с Carpent Feeder, вот мы видим на лицо, так сказать. Наша команда сегодня максимально проявила активность, вот, несмотря на утро, плохую погоду и прочие лишние семейные обстоятельства, все пришли, собрались. И это очень здорово, когда есть плотный коллектив, который работает во благо нашего города. Приглашаю всех тоже вступить в наши ряды, совместно трудиться над уютом и красотой нашего города. Вот, и давайте объединяться, если у вас есть общественная организация, мы готовы с вами сотрудничать и делать хорошие штуки, и вас приглашаем вместе с нами что-то делать. А теперь давайте! Николаев, чистый город! И это успех! Это успех!